Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет обзор на вот такую вот мини-лопаточку из Китая. Лопатка пришла вот в таком чехле. И давайте посмотрим, что у нас внутри. Этой лопаткой я уже пользовался, поэтому она немножечко грязная. Такая складная лопата стоит из двух частей. То есть вот эта вот сама рукоятка. И вот сама, собственно говоря, лопатка. Давайте соединим все это дело. Так, ну вот, все, я соединил, и давайте посмотрим, что она из себя представляет вообще. Вот такая вот лопаточка. По размерам она где-то в длину, наверное, сантиметров 40-50. Здесь у нас имеется также на окончании лопатки имеются вот такие зубчики. Здесь тоже это, видимо, открывашка или что, не знаю, что это такое. Он никогда не пользовался вот этими приспособами. И также здесь имеется компас на торце, что тоже, в принципе, очень удобно. Вот такая вот лопаточка. Очень удобно, допустим, если вы застряли где-нибудь на машине подкопать. Или, допустим, если вы едете на рыбалку, можно подкопать червей этой лопатой. Она, в принципе, очень компактная, занимает немного места. В такую сумочку помещается. И стоит всего около 8 долларов вроде. Так что я всем советую. Я ей уже неоднократно пользовался и, в принципе, доволен. Всем пока, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи!